Он всегда был рядом с вами. А все это благодаря вам, дорогие, любимые наши. С праздником, процветания, всех благ! Спасибо большое, Тамара Владимировна. На сцену приглашается председатель комитета по культуре и искусству Калачинского района Елена Александровна Ковалевская. Дорогие друзья, так случилось, что в юбилейный для нашего района год, а в сентябре исполняется 95 лет со дня образования нашего Калачинского района, у нас много юбилеев и творческих коллективов. Тамара Владимировна сказала уже о предыдущем юбилее. И вот сегодня на сцене коллектив детской музыкальной школы. И мы с вами празднуем 60-летие со дня основания этой школы. Наша музыкальная школа – это не просто предпрофессиональное образование детей. Это воспитание. Причем воспитание души ребенка. И в этом огромная ценность нашей детской музыкальной школы. А традиции здесь на самом деле прекрасные, о чем сегодня уже говорили наши ведущие. Но давайте вспомним. Традиции ведутся от самых первых руководителей и преподавателей. Петр Янович Ковалевский, Лидия Александровна Андреева, Любовь Романовна Шастина, Любовь Евгеньевна Абушенко. И сейчас в коллективе работают ветераны педагогического труда. И они до сих пор в строю, и они радуют нас своими учениками. Это Татьяна Яковлевна Быкова, Виктор Андреевич Хомяков, Светлана Леонидовна Ханжина, супруги Калюжные Григорий Петрович и Надежда Петровна, Ирина Михайловна Архарова, ну и, конечно же, руководитель школы у нас просто замечательный. Замечательный директор, который совмещает не только свою работу руководителя, но еще и очень результативный педагог школы. Ну а молодые педагоги, вот они сейчас, некоторые из них на сцене стоят и там на нашей сцене дальней. Они, конечно, поддерживают эти традиции. И поэтому каждый год мы знаем о том, что на любых конкурсах исполнительского мастерства, которые проводятся для учащихся детских музыкальных школ, в первых рядах как раз наши ученики. И нам не просто приятно, мы горды тем, что у нас замечательная школа, которая является одной из самых лучших, самых результативных школ искусств нашей Омской области. И я, конечно же, очень хочу, чтобы нашему коллективу всегда, во всех ваших проектах, дорогие педагоги, дорогие ребята, вот эта птица везения, она всегда была рядом с вами. Чтобы всегда была удача, успехи во всех начинаниях. Уважаемая Елена Андреевна, примите, пожалуйста, в знак глубокой благодарности вашему коллективу, которым вы прекрасно руководите, эти замечательные красивые цветы. И, дорогие ребята, уважаемые взрослые, уважаемые родители, которые сегодня в нашем зале, уважаемые почитатели нашей музыкальной школы, а у вас их очень много. Дорогие друзья, с большим вас праздником, с праздником музыки, с праздником детской музыки. И дай Бог, чтобы вот эта путеводная звезда, она нашей школе, светила долго-долго на следующие 100 и 200 лет. С праздником! Наш праздничный концерт завершен, но наша школьная жизнь продолжается. И каждый день будут вписываться новые страницы ее истории. Ведь юбилей – это не только итоги, но и заявка на будущее, на сохранение и повышение заслуженного авторитета школы. Мы еще раз поздравляем всех с праздником, с юбилеем. Хотим всем пожелать удачи, успехов, ярких дней, чтоб все с улыбкой, не иначе, встречали новый юбилей. Программу концерта вели
Андрей Ремезов и Татьяна Матвеева. Мы не прощаемся, а говорим вам до новых встреч!